Сегодня в студии в программе «Творческая мастерская» мы встречаемся с писателем-сценаристом Алексеем Ивановым, который по благословению митрополита Екатеринбургского, Верхотурского и Кирилла приезжал в Екатеринбург на День православной книги. Вот сейчас вы видите кадры, сделанные на встрече с читателями в Духовно-просветительском центре «Патриаршее подворье». Лауреат многих российских литературных премий, Иванов известен по книгам «Сердце Пармы», «Золото бунта», «Летоисчисление», «Исчисление от Иоанна», книга легла в основу его сценария фильма «Царь» и многим другим. Правда, фильмом «Царь» Иванов как раз недоволен. Вот вы знаете, мне грустно об этом говорить, но я считаю, что тут проект не стал таким, каким он был задуман. Я доволен своей работой, но недоволен тем, что получилось на выходе. Скажем, мне, как автору сценария, заказывали такую эпическую фреску. Вот. И в моем сценарии были вещи, которые очень важны для символики и для смысла фильма. Например, полностью из фильма выпал вот этот метафизический пласт. Павел Семенович, конечно, мощный режиссер, но вот тут мы с ним не совпали. Чего ждете, сервицы? Чего по моему двору топчетесь? Я понимаю Ивана Грозного не просто как какого-то там кликушу или клоуна, а как человека умнейшего, как человека волевого, но человека вот душевно разболтанного, человека развращенного всевластием. А на экране я увидел просто кривляку. Поэтому я недоволен образом Грозного. Здесь притча о взаимоотношениях власти земной и власти небесной. И притча эта решена в образах эпохи Ивана Грозного, включая, разумеется, самого Ивана Грозного. Вот. Но это ни в коем случае не житие Филиппа и не учебник истории. Скажем так, не диссертация о взаимоотношениях реального Ивана с реальным Филиппом. Одно доброе дело. У Господа радость на небесах. Господу служишь, а для государя места нет. Когда добро творишь, то твоя воля – его воля. Ты помазанник Божий. Вот слышу, чего ждал. Обещаешь и впредь государю в лицо правду говорить? Обещай. Обещаю. Роль митрополита Филиппа блестяще сыграл Олег Янковский. Это его последняя работа в кино. Я не общался с Олегом Ивановичем. Вот. А от его работы у меня очень большое впечатление, потому что он силой своего таланта все-таки сумел совместить несовместимое. Вот. И поэтому фильм состоялся. С тех пор, как ты приехал, мне не так одиноко стало. Сам государь убрал всех своих близких. Подумай о душе. Сказано, прощайте, и вам прощено будет. И сказал пророк: горе мужу тому, которым управляет жена. И горе городу тому, которым управляют многие. Всех прощать. Так и погибли великие города и царства. Государь, людям не веришь?
Людям не верил. Уже Адам не послушал Божью заповедь. Приступил ее. Вкусил плод от древа. А какое страшное наказание. Государь, не прогневайся. Яви любовь. Без любви вера наша тщетна. Итак, в студии телеканала «Союз» мы встречаемся с писателем Алексеем Ивановым и продюсером Юлией Зайцевой. Говорим о его работе на телевидении и в кино как сценариста. Иванов известен по литературному и телевизионному проекту «Хребет России». Один из немногих Иванов сумел найти такой язык, такую стилистику, чтобы тему истории православия приблизить к восприятию самыми широкими слоями аудитории, среди которой немало атеистов. Алексей Иванов назван самым значительным русским писателем 21 века. Его романы «Сердце Пармы» и «Золото бунта» будто переоткрыли Урал. Он не регион из многих, а особая цивилизация. Множество раз пройдя эти места в походах и экспедициях, Иванов впервые ведет по ним съемочную группу. Юлия Зайцева – спортсменка-универсал, на себе проверяющая дороги и реки, пороги и плотины, скалы и пещеры нашего маршрута. Все они – этапы уральского экстремального многоборья. По образованию я искусствовед. Я окончил факультет искусствоведения и истории искусств Уральского университета здесь, в Екатеринбурге. Ну и как искусствовед, я, конечно, постоянно сталкивался с темой религии, влияние религии и на историю государства российского, и на культуру российского общества. Игнорировать эту тему было просто невозможно. И когда осмысляешь день сегодняшний, ты понимаешь, что очень многие религиозные феномены, они никуда не подевались, они по-прежнему существуют в нашей жизни, оказывают огромное влияние на нашу даже повседневную жизнь. И говорить о жизни современного российского общества, не касаясь вопросов религии, ну это бессмысленно, это неправильно. Разумеется, вопрос не каких-то там... Ну, дело не в каких-то канонических вопросах и не в общегуманитарных вопросах, типа того, что там есть ли Бог, там правильно или неправильно ходить в церковь. А дело в том, что религия дала России культурные форматы, которые актуальны сейчас. Вот эти самые культурные форматы я и рассматриваю в своих произведениях и по отношению к историческим эпохам, и по отношению к дню сегодняшнему. Своей особой заслуги в популярности собственных произведений Иванов не видит. Здесь, разумеется, не моя заслуга. Дело в том, что, на мой взгляд, мы живем в мире, в обществе, где очень многие авторитеты рухнули, вообще, где сам институт авторитета в принципе разрушается, а людям все равно нужна в жизни опора. Вот как ни странно, как бы религию не ругали, она тем не менее все равно остается опорой, чем-то прочным, чем-то неизменным, чем-то безусловным. В человеке очень сильна потребность в безусловном. Роль настоящего писателя – почувствовать духовные запросы общества. Но как удалось вести речь о далекой истории, минуя кажущуюся архаичность темы этой истории, непреодолимую удаленность? Это вот как раз вопрос форматов. Когда ты видишь в окружающей жизни религиозный формат, ты понимаешь, что религиозная тема, она актуальна по-прежнему. Главное – сформулировать суть этой актуальности. Ну вот, скажем, условно говоря, сейчас ведется много разговоров на тему идентичности. Что такое идентичность, кто мы по идентичности и так далее. Вот мы пытаемся определить, кто мы. Вот, а скажем, в старину идентичность определялась достаточно просто. Она определялась по святым. Скажем, горнозаводская идентичность определялась по святому Семену Верхотурскому. Он был главный горнозаводский святой. Не крестьянский, там, не казачий, вот, а именно рабочий. Или, например, идентичность зауральских крестьян определялась потому, что для них главным святым был Далмат Исетский. Идентичность крещенных коми определялась потому, что для них главный святой Стефан Пермский.
Идентичность казаков и вообще жителей южного порубежья России определялась тем, что для них главная святыня – это Табынская икона Божьей Матери. Скажем, идентичность промысловиков, зверовиков, вот этих вот промышленников сибирских, определялась тем, что для них главный святой – это Василий Мангазейский. Ну и так далее. То есть святой определял идентичность некого социума в дореволюционной России, то есть в той России, которую мы утратили в 1917 году. Да, мы утратили веру, мы утратили этих святых, память о них, но идентичность-то все равно осталась. Сейчас мы пытаемся сформулировать ее другими словами, но она уже была сформулирована и была обозначена вот этими персонами. Когда ты объясняешь сейчас, вот в наше время, зачем нужны эти персоны, вот и получается, что одновременно ты говоришь об актуальных вещах, и в то же время ты говоришь о вещах старинных, о вещах древних, которые вовсе не являются архаичными. Но на самом деле, Алексей, вы сейчас очень глобально как-то рассуждает. Вот мне, как читателю, в его произведениях, мне кажется, близки вот именно конкретные истории. Скажем, впервые феномен Симеона заинтересовал меня, когда я узнал маленькую-маленькую подробность. Это событие произошло в начале 20 века в городе Садка, ну, на Саткинском заводе, это Челябинская область. Какой-то мужик вывез свою жену впервые на завод, но впервые в большой город. Мужик крестьянин, разумеется, был. И, значит, они на телеге выехали на заводскую площадь, и в это время раздался заводской гудок. И баба эта перепугалась так, что лишилась языка. И мужик решил вести свою бабу к святому Симеону Верхотурскому, чтобы, значит, отмолить ее, и она вернулась обратно в разум. Я задал себе вопрос, почему он повез ее в Верхотурье? Все-таки от Садки до Верхотурья далеко. Гораздо ближе, например, Табынск, или гораздо ближе Долматово. Почему он не повез ни к Долмату Сецкому, ни к Табынской Богоматери, а именно Верхотурье? Потому что Симеон Верхотурский – это заводской святой. Вот, так сказать, завод был виноват в том, что баба чокнулась. Вот, соответственно, надо ехать к заводскому святому, чтобы он помогал. И я понял, что святые маркируют собой идентичности. И я подумал, а почему, например, тот же самый Симеон Верхотурский, он стал главным для горных заводов. И вопрос, ларчик открывается достаточно просто. Ведь святой Симеон, он не совершал каких-то там особенных молитвенных подвигов или миссионерских подвигов. Вот он был просто портной на отхожем промысле. Вот, но он был портной такой бескорыстный. То есть зачастую он не доделывал в своей работе какую-то мелочь, а просто для того, чтобы не брать деньги. Скажем, шил шубу какому-нибудь купцу. Вот он мне пришивал последнюю пуговицу. Вот, и типа как он работу не доделал, платить ему не надо, и он уходил без денег. Вот, ну, такой щедрый человек был. А что все это означает? Это означает, что своей деятельностью святой Симеон Верхотурский являл идеал труда. Вот абсолютный, чистый, очищенный там от корысти, идеал человеческого труда, такой слободской идеал. Вот, а на горных заводах, на горнозаводском Урале главной ценностью, разумеется, был труд, ценность труда. И святой, который воплощал в себе идеал труда, разумеется, стал главным святым для горных заводов, где труд был главной ценностью. Вот, и даже гроб с мощами Симеона всплыл именно тогда, когда на Урале начали строить массово горные заводы. То есть это тоже не случайно случилось. И это не простое и не пустое совпадение. И вот на таких вещах, с одной стороны, житийных, исторических, с другой стороны, совершенно актуальных и ныне, вот, собственно говоря, я и строю свою работу. Ну, мне кажется, очень симпатичный Трифон Вятский. Ну, это не только текст, а сами истории эти привлекательны. И даже для современного человека. Ведь, в принципе, по большому счету, ничего не изменилось. Как Урал был зоной, самой индустриализованной зоной планеты, так он остается. Как у нас были главными профессиями, это рабочие профессии, так они остаются. Даже вот, скажем, феномен уральского мастера, вот обычно его преподносят как некий промышленный феномен. Но это же не промышленный феномен. Это феномен, который не имеет отношения к прогрессу. Это феномен именно религиозный. Вот уральские мастера, например, они не придумывали сами новых технических принципов. Они где-то видели, где-то за границей там, или на каких-то образцах.
у горных инженеров видели вот эти новые принципы и строили машину, сообразуясь с этими новыми принципами. То есть, по сути, они поступали как иконописцы, видели канон и писали свою икону по этому канону. Они к машинам, которые они строили, они относились как к чудотворным иконам. То есть чудотворная икона может исцелить человека. Вот эта вот машина, которую они построили по канону, она может исцелить завод. Но чудотворная икона не является медициной. Точно так же машины уральских мастеров, они не являлись спасением вообще всей промышленности в целом. Они не двигали прогресс. Прогресс двигали горные инженеры, а не мастера самородки. Ну, вот и так далее. И даже самые почитаемые наши мастера, это отец и сын Черепановы, почему их почитает народ? Потому что они совпали с народным, ну, понятным народу форматом. Религиозное отношение ко всей обыденной жизни, труду, повседневному быту, скорбям и праздникам – вот что было основой миропорядка. Вот эта небольшая церковь Богоявленская – это самая первая русская постройка на Урале, начало 17 века. Считается, что примерно 1617 год. А почему она такой странной формы? Шестигранная получается, да? Шестигранная, потому что она перестроена из крепостной башни маленькой деревянной крепости. Вот та вот дверь на верхнем ярусе, она вела на боевой ход крепостной стены. А от кого оборонялись? От того, кого и крестили. Даже вот это старинное село называется Пентек. Это имя древнего башка. То есть это и храм, и крепость. Получается, крещение Урала ведется русскими тем же оружием, что и завоевание Урала. Да? Это же... Вот так крещение Урала. Крестом. А вот так завоевание Урала. Мечом. Религиозный формат присутствует в промышленной жизни как самостоятельное уникальное явление. Это не оскорбление промышленности и не оскорбление религии. Просто вот так устроена культура, что одно оказывает влияние на другое. В четырех сериях фильма «Хребет России» об Урале сказано, строго говоря, лаконично. Но все-таки сказано, ведь многие россияне толком не представляют, где Урал находится, и ничего не знают о хребте России веками, снабжавшем металлом страну, Европу и даже Америку, ковавшем оружие и танки победы в годы Великой Отечественной войны. На самом деле сценарий изначально уже был. Когда мы решили пригласить Леонида Парфенова в качестве одного из ведущих и его съемочную команду, мы уже с Алексеем год работали над фильмом, мы создали продюсерский центр, и Юля, Алексей написал сценарий. Мы нашли финансирование на этот фильм и вот искали ведущего. И даже мы сняли небольшой пилотный фильм в Чердыне, приглашали ведущих из Екатеринбурга. Вот. Потом посмотрели и решили, что все-таки нужна еще более серьезная команда. И вот начали сотрудничество с Леонидом, потому что Алексей во многом хотел, чтобы фильм был ориентирован на формат Российской империи Парфенова. Сценарий уже был. Мы понимали, что это всего 4 серии. Изначально мы хотели сделать 12, чтобы вот подробности, да, истории Урала вот больше было в этом фильме, больше мест было. Вот. Но дело в том, что на сегодняшний день центральные каналы не покажут фильм больше 4 серий про провинцию. Вот такова реальность, увы, и нам об этом сказали на берегу, поэтому был принят такой формат 4 серии. Мы прекрасно знаем, что в фильм не вошло многое. Алексей бесконечно может перечислять, что не вошло. Нам очень много потом писали и говорили после фильма. Мы знаем, нам самим было жаль все это вырезать, нам, может быть, хотелось и с людьми там, с многими пообщаться. Но есть какой-то формат. Нам нужно было представить образ. И мне кажется, вот опять же сила Алексея в том, что он очень может коротко, концептуально вот нарисовать, да, и выразительно некую модель, которая все равно образ Урала представляет. Человек, который посмотрит этот фильм, там, впечатлившись, он может уже развивать бесконечно эти подробности. Да? У нас не было задачи сделать
энциклопедию всей истории Урала в одном телевизионном проекте. Это невозможно. Но более подробно мы и то попытались корректировать фильмы. Мы сделали еще книгу «Хребет России», где уже только Алексей автор и без съемочной группы, потому что в процессе съемок, безусловно, видение съемочной группы накладывалось на видение Алексея. Формат, который привнес в фильм Леонид Парфенов, да, на содержание материал Алексея. Вот книга — это уже непосредственно продукт только Алексея Иванова и уже его видение. И то в одну книгу, опять же, тоже не включить всю историю Урала. Нужна объемная энциклопедия. Мне бесконечно жаль того, что не вошло. Вот представляете, ну, цель была рассказать, точнее представить Урал, вот дать образ Урала. Мы представили Урал России, показали, какой он. Но вот мы, скажем, не рассказывали о мамине сибиряке. Ну как можно? Пришлось вот вырезать мамина сибиряка, пришлось вырезать того же Семёна Верхотурского. Вот пришлось там вырезать Каменский завод, первый завод Урала, и то мы его не показали. Абсолютно, например, не показан город Челябинск. А как Урал без Челябинска? Вот и многое-многое-многое другое. Мы, то есть провинция, замкадье, Москве не нужны. Во всяком случае, в таком количестве. Мы сейчас не закончили на «Хребте России», да, мы надеемся, что у нас будут еще телепроекты, и у Алексея есть много тем, которые хочется продолжать, уже развивать. Они заявлены в «Хребте России», но теперь они будут, возможно, да, развиты, если финансирование будет, если как-то обстоятельства сложатся удачно, а в других уже конкретных фильмах, вот, «Увидеть русский бунт». Да, сейчас книга у Алексея вышла в сентябре прошлого года по истории Пугачевского бунта. Тоже хотелось бы сделать телепроект. Мы проехали несколько сотен городов, поселков по всей России, собирая материалы, сделали фотокнигу красивую с текстами Алексея. Будет это проект или нет? Интересно Алексею Демидову, интересно и старообрядчество. Да? Интересна очень тема Романовых, безусловно, которая не ограничивается Екатеринбургом, хотя здесь очень много с этой темой связано, там основные, наверное, какие-то вещи. Но и Урал вообще в целом, то есть это еще одна интересная тема, это еще тема отдельного телепроекта, по сути дела. Сейчас выходит книга «Горнозаводская цивилизация», и, возможно, книга будет «Хребет России. Горнозаводская цивилизация». То есть мы, опять же, заявляем этим, что это продолжение всего нашего проекта по Уралу, который, в принципе, всю жизнь можно делать бесконечно, останавливаясь на каких-то определенных темах и никогда не исчерпаться. Да? Только сразу лодку вытаскивайте, а то снесет. Это Урал. Водохранилище в низовьях реки Чусовой. Пустынный, плоский остров. И нет на нем ничего, кроме истории. Да, там Москва, там Сибирь. А здесь, при Иване Грозном, граница русской земли. Здесь земли купцов Строгановых. И на этом острове стоит деревянный кремль Чусовского городка. И отсюда Ермак отправляется в поход покорять Сибирское ханство. А прирастая Сибирью, Русь превратится в Россию, а ее граница, край, Урал, станет ее серединой, хребтом. И с тех пор есть куда расправить второе крыло, есть куда смотреть второй голове российского двуглавого орла. Для многих телезрителей страны и эта скупая информация об Урале, могучем и богатом крае, явилась откровением, можно сказать, камень с темой российской глубинной истории сдвинут. Мне кажется, все-таки мы этот камень не сдвинули. Может быть, мы его чуть-чуть пошатнули, но не сдвинули. По большому счету, ничего не изменилось. Как не было все это интересно,
Москве так и неинтересно по-прежнему? Нет, мне кажется, тут Алексей пессимистичен. Я могу сказать, что я, когда начала участвовать в этом проекте как продюсер, да, я сейчас уже много знаю, поездив 7 лет с Алексеем, работая в его проектах. Но лично для меня Алексей сдвинул этот камень, потому что я вообще ничего не знала ни про горные заводы, не знала так хорошо Урала. Сейчас только в Свердловской области я могу около сотни деревень и поселков перечислить без труда, и везде я побывала. Вот всю эту горнозаводскую систему. Алексей для меня лично это открыл и заразил, и я думаю, что и для там тысяч россиян это открыл. И у Алексея действительно есть такая способность очень популярным современным языком, актуальным, говорить об исторических вещах. Например, когда он описывает пушнину, он говорит, что пушнина — это нефть 18 века. Да? И сразу понятно современному человеку значение этого. Да? Баррель нефти там настолько-то пушнины. И вот постоянные вот такие вот параллели в современности, мне кажется, это очень важно. И очень важно, кстати, вот именно в таких проектах не удариться вот в мелкие подробности, потому что, ну вот, не для ученых-историков, да, вот мы свои проекты делаем, а для людей, которые хотят, ну вот, просто разобраться в целом, да, на каком-то таком популярном уровне. А если он хочет, он уже дальше читает книги подробно. Просто проект «Хребет России», он как бы заявил собой формат, потому что в таком формате, как мы рассказали о горнозаводском Урале в «Хребте России», можно не менее интересно и не менее зрелищно рассказать про Югру, рассказать про Оренбуржье, рассказать про Башкирию, рассказать про Татарстан, рассказать про Вятку, ну и так далее, вот все регионы России. Перебирая, все будет точно так же интересно. Другое дело, было бы это интересно московским каналам, которые, собственно говоря, заказывают музыку. Увы, нет, неинтересно. На мой взгляд, всякий поставленный вопрос нуждается в своем ответе. Вот. А в каком жанре, в каком форме будет дан ответ, это уже диктует вопрос. Вот каким вопросом задаешься, к такому жанру и прибегаешь. Где-то документальное кино, где-то художественное кино, где-то роман, где-то там нон-фикшн, книга.